Да-да-да. Эти слухи имеют под собой почву. Армянским районам угрожает опасность. Что делать? Мы бессильны обуздать татар, исконных врагов армян. Сердце обливается кровью, когда мы вспоминаем Баку. Впрочем, погодите. Что вы скажете, если мы выдадим вашему купечеству некоторое количество винтовок, так сказать, на самозащиту? Я не знаю, как благодарить вас. День возмездия настал. Отлично. Мы выдадим вам бумагу на получение оружия. Сегодня ночью пришлите подводы в арсенал. Только без лишних свидетелей. Русский престол всегда благосклонно относился к своим верным сынам, армянам. Пустите мусульман. Здравствуйте, господа. Салам, дженабу полковнику. Да-да-да, я читал. Ваши опасения совершенно справедливы. Татарским районам угрожает опасность. Мы бессильны обуздать армян, исконных врагов татар. Погодите, мне пришла блестящая мысль. Что если мы дадим вам, вашему купечеству, некоторое количество винтовок? Так сказать, для самозащиты. Аллах отблагодарит вас, ваше превосходительство. Куда пить? Дженабы полковник, до свидания. Я вижу, вы начинаете делать успехи, дорогой Гавриил Петрович. А я вижу, вам начинает нравиться восточная кухня, дорогой Вадим Аркадьевич.